Всем привет, всем привет! Сегодня появилась новость, достоверная новость, которую уже подтвердили о том, что сборная России по футболу этим летом примет участие в чемпионате Центральной Азии по футболу. Вот, где будут участвовать такие сборные, как сборная Ирана, Таджикистана, Узбекистана, кого-то там еще, и Афганистан. Вот, в общем-то, мы теперь будем играть. По-моему, даже матч, сам финал состоится, по-моему, в Кабуле, в Афганистане. Вот. Причем сам чемпионат будет проходить в течение, по-моему, до 11 или 12 дней. Да, то есть там не будет никаких игр в группе. По-моему, плей-офф сразу будет. Вот раз плей-офф играют, и все. Вот. Ну и как у меня к этому отношение? Никакого. Я этим интересоваться не буду. Мне не интересно все эти ваши Узбекистаны, Таджикистаны, Афганистаны. Мне вообще не интересно сейчас сборная России. И я не интересуюсь, как они будут играть с этими азиатскими пастухами. Вот. Мне совершенно это не интересно. Я не буду делать обзоры этих матчей и как-либо комментировать. Ну, не знаю. Потому что играть среди вот этих всех азиатских, не знаю, днищ, я не хочу. Я вообще люблю против какой-либо игры с Азией, да. Ну, также можно выступать в чемпионате Океании. У нас же есть вот там Россия, граничит с Северным Ледовитым океаном. Можно в зоне Океании играть. Почему бы и нет? Можно в зоне Океании играть, можно. Вот, давайте в зоне Океании будем играть. Будем с Гренландией играть, будем там, не знаю, с пингвинами играть. Вот, почему бы и нет? Ну, это бредятина полнейшая, то есть, какой смысл от этого участия, я не знаю совершенно. То есть, мы всегда играли в Европе, да, но если там сейчас нас забанили, да, мы не можем играть, вообще не надо нигде играть. Сборная он Англии не играл 5 лет, и ничего страшного не произошло. Вот, и поэтому я к этому участию сборной России отношусь как отрицательно, и точно не буду проводить какие-либо обзоры участия сборной России в этих играх. Она мне совершенно неинтересна, и я не хочу все это видеть. Всем пока!